Какое у тебя оружие это было? Все, забрал. Байкал. Что это, блядь? Это что? Ты что-то только что... А, что-то вот ёбнуло. Что это такое? Это газ вот этот распыли... Вот что это за взрывы. А, ечич. Ты глянь, он тут все покрыл просто. Да, да, да. Ну теперь мы знаем, что это за взрывы зато на карте. Офигеть, да. Ну выглядит прикольно, кстати. То есть я прям видел, оно падает, взрывается и потом вот это застилает. Опа, ну сзади. Мосинка, что ли? Похоже на то. Что, может лучше сзади тогда? Давай, давай, давай. Так, мосинка нашотает меня, по крайней мере. Вижу. Где? В лесу, вот прям туда целюсь. Белые штаны, челик. Двое. Один крадется, один бегает по лесу. А, справа от деревянного ангара. Да, я коровник. Понял. Я понял. Че, как мы будем их? Можно через лес справа попробовать. Давай. Лет там какой-то еще. Они дальше прошли. Дальше. Слева дом одиночный. Вижу. Нас смотрит. Увидел, да. Дал им гранатку. Они у меня! В лесу? С моей стороны. В лесу? Да, вот по ним стреляют. Я вверху, они внизу, это я. Понял. Пошел за боевиком упор. Там тоже дробовик, аккуратно. Ты попал, хорошо. Один упал? Хорошо. Где второй? Убил. Хорошо, все. Так. Чуть-чуть нам удалить, блин, тут уже. Оп! По нам. Кто сзади? Да, по нам, да? По-моему, по нам. А, сидит у дерева. Короче, не могу тебе объяснить. Вот. Ну я слышал звук примерно. Меня видишь? Меня видишь? Да, 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 да. Вот я смотрю с правой стороны. Там дерево такое, он за ним сидит. Сейчас мне патроны надо. Я сближаюсь. У меня вот дробовики ничего нету. Он уходит вправо. Прям иду на него. Дал хит. Бегу за тобой. Он прям передо мной. Где-то передо мной. Это в домах, скорее всего.
Надо отвернуться, нам нужны патроны и все такое. Мостинка была у него, нет? Там ишпал, да, зарядный, походу, у него. А. Ну тут все, чел понял, что за ним выехали, просто убежал, походу. Мне бы на дробь патроны. Я тоже нет. Пойдем тех посмотрим все-таки. Стоит твою мать, сидит на холме. А, вижу, в кусту. Прям передо мной в кусту. Вот, справа от тебя. Прям... Бля, вижу, оружие не достается. Блять, я нокнутый. Убило. Так, я пришел в себя. Капец, он меня даже не закоцал почти. А нахера я нокнулся-то, бля? Потому что новая механика Дейза. Те могут херяна куда-то попасть, и тебя нокает. От, типа от боли. Тебя с мостинка ушатал, что ли? Чего у него? Трубайк у него? Нет, у него еще что-то было. Винтовка какая-то. А, вон, смотри, какая-то у него. А, лонг. Лонгхорн. 108. Что, думаешь, он с него стрелял? Да, да, да. Походу из-за куста, куст тебя спас, скорее всего. Мясо тут у него, все дела. Тетрациклин еще есть. Ну, я взял. Все забрал. Кто-то справа ходит. У меня нету ганов. Нет, чисто по звуку слышу. Идет. Вырубил его. Хорошо. Я ранен. И убил. Вот тут мы походу пачку разложили. Или две. Сильно ранен? Ну, броник сильно поврежден теперь. А, то есть тебя броник спас? Походу, да. Блин, а нормально это валына тогда однозарядная? Если она шотнула его, блин. А ты с него его шотнула? Да. С него забирать, ты свое ставишь? У меня 42 сумка. Здесь 83 альпинист. О, блин, ну надо брать, потому что у меня ничего не помещается уже. Пойдем тех смотреть своих. Пойдем тех смотреться. Но у меня пол хп, если что. Так, где мы тут? Вот, Еще, блядь, спина. Ёб твою мать. Сверху. Не-не-не, не сверху. Он снизу, наоборот. Бля, давай, стаминка. Мосинка. Да, меня тоже. Ну там ни черта не видать. Ну это мосинг. Тут вообще без шансов. Я пол хп. Полетных ангаров, я туда побегу. Вряд ли же он все унес. Хотя может друзья заспавнились, прибежали. Ну он, да, может кемпить там тоже сидеть. Может сидеть кемпить. Ну у них же тут ускоренное время. Может быть из-за этого. Так, этот фольтек пробегает. Так, один труп нашел. Thank you.
Есть дробовик и 5 выстрелов. Так, теперь бы... Мне правильно прибежать. Так, ну холмик этот чистый, где он был? А, нет, не чистый! Готов. Так это не тот холмик, где он был, я подбегаю, меня не убей. Прямо вот у домика здесь. А хотя да, это он. Мосинка, да? Ты подбегаешь на холмике. Да-да-да-да-да-да-да, это понял, я. Скинул мостинка, здесь дробовик. Да, нет, винтовка другая. А, ну он нас залутал, он, смотри, по-моему. По 308 даже какой-нибудь у него. А, это этот, цирк. Угу. Да, он все залутал. У тебя места нету больше? Пойдем в этот второй. Весь забитый. Пойдем, я починюсь. А ты своего-то этого здесь собрал? Не, я ж не успел. А он вообще исчез. Прицел бы на эту сверху перенайти, было бы неплохо. Тебе надо починить пушки? Сейчас посмотрю. О! Ёб твою мать. Чё нашел? Сверка лежит. Нормально. Отлично. С прицелом, да, сразу? Да, да, с прицелом. Я же только что сказал, типа, найти бы ЦРку. Ну, в смысле, найти бы прицел. Нормально. Тут лежит ЦРК с прицелом. Так. В соседнем доме ты? Да. Сейчас я испугался немножко. Куртку переодеваю. Ты не хочешь себе пончи зеленые? Как вот на мне было? Да можно. Ты? У нас тип. Где? Прям на мне. В смысле? Ты че, блин, тут забыл, дядя? Нормально, блин. Пришел такой. Пришел, стоит, смотрит. Тихо. Кто-то справа ходит, по-моему. Или там тоже? А, там кедр на 380-х, забей. Я думал, кедр на девятках будет. Да-да-да, у нас щел. Где? Бегает передо мной. Вправо уходит. За вышкой. Убил. Не показалось, что кто-то бегал. Ты видишь, он бегал, я просто его потерял. Для чести. Это церк. А тундра, ёпта. Тундра, да. Я, наверное, за место этого пистолетика возьму её, не? Хрен его знает. Или ты хочешь тундру себе? Не-не, бери тундру. Это ж нормальная тема. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.